жители города собрались на центральной площади, чтобы посмотреть вечернее представление животных. Включается свет. О, смотри, как свинка умеет на мотоцикле. Привет, друзья! Спасибо, что собрались. Сегодня для вас будет незабываемое представление. Будет, ты взял свой билетик, не забыл? Нет. Что ты ждешь от сегодняшнего представления? Кто, ты думаешь, будет выступать сегодня? Лошадка. Итак, лошадка, ждем тебя, зовите лошадку. Все зовите лошадку. Будет. Лошадка, лошадь, выходи. Класс, какое представление! Давайте похлопаем. Ура! Итак, следующим выступать будет... кто будет? Будет выступать следующий... Носорог! Носорог? Свинка, ты не боишься носорога? Смотри, какой у него большой рог. Нет! Мы сейчас покажем совместное представление. И поехали! Я на носороге. Я делаю сальто. Опа! Отправим на рандан. И носорог. Вот это да! Хлопаем! Супер! Ну что, вам нравится наше представление? Да. Очень! Кто следующий будет выступать? Корова! Позовем! Корова! Корова! Итак, смотрите, что я умею. Я позову своего друга кабана. И мы вместе споем песню про... Кого споем песню? Про Колобка. Про Колобка. И жили-были дед и баба, ели кашу с молоком. И дед сказал: баба, испеки мне Колобка. И дед, баба сказала: у меня нет муки. А дед сказал: а ты по сусекам поскреби. И вот они поскребли и сделали Колобка. Я колобок, убежал от бабушки и от дедушки и покатился. Где ж наш Колобок? И вот Колобок катился, катился и встретил лошадку. Лошадка, лошадка, я тебя съем. Нет, ты меня не съешь, я тебя больше. Но Колобок был очень сильный и стукнул лошадку в нос. Лошадка упала, и Колобок покатился дальше. И встретил быка. И бык сказал: давай, кто кого победит, тот будет абсолютным чемпионом. И вот они разогнались, и... И Колобок был настолько мощный, что победил даже быка. Спасибо за внимание. Похлопаем. Ура! Ура! Буди, кто будет выступать следующим? Куры. Куры. Грин. Куры? А что это за звук? Смотрите, куры прилетели прямо на вертолете к нам. Ко-ко-ко-ко-ко, мы летаем высоко. Вот это представление. Вертолет и куры. Казалось бы, что-то невероятное, но факт. Спасибо за внимание, ребята. Приходите, мы придумаем для вас новое представление. Всем пока. Пока, пока.
Спасибо, что пришли к нам в гости. Всех целуем, обнимаем. Ура! 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 Ура!